Добрый день, меня зовут Дацю Елена, я нейропсихолог и работаю в проекте «Подготовка к школе». Сегодня я расскажу вам про следующую высшую психическую функцию человека, такую как мышление. Что такое мышление? Мышление – это процесс функционирования сознания, определяющий познавательную деятельность человека и его способности выявлять и связывать образы, представления и понятия. У детей очень хорошо развивает мышление, начиная с самого-самого раннего детства. Это чтение книг, когда мы читаем сказки ребенку, обсуждаем с ним сюжеты, сюжетные линии в сказках. И с самого раннего детства таким образом мы начинаем развивать у ребенка мышление. Точно так же хорошо останавливаться на сюжетных картинках. Это уже где-то с 4 лет ребенка, когда, например, у нас 3 картинки. Например, нарисован там горшочек просто с землей и семечко, да, потом, например, мы его поливаем, следующая как бы как сюжетная линия, и потом вырастает цветочек. Это один из самых простых примеров, но такие сюжетные картинки очень развивают мышление. Точно так же показывать, например, любую картинку из сказки или просто какую-то картинку ребенку и спрашивать, что произошло. Что произошло, например, там 2 мальчика стоят, и кто-то разбил вазу. И на картинке очень четко это видно. И мы спрашиваем ребенка, как ты думаешь, что тут произошло, например, и кто, например, виноват. И тем самым ребенок начинает мыслить. Вот. Точно так же и понимание любого сюжета, когда происходит, то тогда происходит уже осознанное мышление ребенка. Спасибо большое за внимание. Также хочется напомнить, что наш проект проходит при поддержке Федерации Ашан для молодежи. До свидания.